Всем привет! С вами Стив Про, и сегодня я вхожу в карту известной игры для Майнкрафта Pocket Edition. Ну, друзья, мы появляемся в вот таком спавне, и вы можете выбрать, за какую сторону будете играть, либо за папу, либо за сына. Наверное, все поняли, что это за карта, но дайте мне совершенно одну минуточку, сейчас я изменю управление, чтобы всем было легче видеть. Так, и что ж, да, это и вправду карта той игры, которую вы подумали, и многие ютуберы, возможно, даже выиграли в эту игру. Но я сразу вспоминаю вот эти первые шаги. Да, это та самая игра, где папа пытается как сделать, чтобы так, чтобы сын не умер. Это и вправду очень классная игра. В Steam она стоит 149 рублей, но пиратку скачать, к сожалению, вы не сможете, потому что она не работает. Да, это трофейный зал, но маленько другой, смотрю я. Но надеюсь, все будет сделано так, как в этой карте. Но, к сожалению, не так, как в этой карте, как в игре. Да, даже кроватку сделали. Ну, друзья, это просто очень классно. Я не знаю, что можно сказать. Карта классная, но все же автор старался, и ему большой респект. Очень-очень классная карта, хотя это еще только первые этажи. А я хочу посмотреть мамину штучку. Нет, к сожалению, ее нет. Ну ладно, это не беда. Здесь должен быть душ. Да, душ есть, ладно. Ух, подождите, он еще рабочий? Да. Да, смотрите, душ еще вдобавок работает. Это же просто супер. Я не знаю, что можно сказать. Душ еще вдобавок рабочий. Это просто классно. Ладно, давайте идти дальше. Так. И мы спустимся, наверное, давайте вниз. И пойдем на улицу. Так, здесь у нас обычная комнатка, зал. И да, вот наш выход на улицу. Наверное, все уже хотят побывать на улице. Но вот она самая улица. Она маленькая другая. На компьютере она совершенно другая. Травы там в два раза меньше. Но там что-то у нас делает крипер. А, у нас нет креатива, жаль. Бассейн. Ну, я вижу, что карту маленько переделали под свой вкус. Но все же надеюсь, что ее исправить и сделать более такой, которая она есть в игре. Ну ладно, это ничего страшного. Все-таки автор старался. И карта получилась довольно прикольной, в которой вы можете поиграть. Я не знаю, каким макаром вы сможете оградить вашего ребенка. Но все же вот такая карта у нас была сегодня. Но на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.